Красная, Каржан Наталья Ивановна. Ну, диагноз у меня цирроз, крупноузловой был, и жировая дистрофия печени. Заболела 1 января 2008 года. Лечилась и в Луганске лечилась, в частных клиниках, и в Донецке, и в Стаханово. Ну, потом уже в Первомайке пролежала, мне газету принесли, прочитала и просто как-то поверила в это чудо. И поехала с сыном, взяла лекарство, это начала лечиться. И уже неделю я пролечилась, уже почувствовала, конечно, прилив сил, энергии, аппетит стал появляться. И пролечилась я уже потом, 7 курсов прошла. Вот. Ну, на диете я, конечно, до сих пор. Намного, конечно, улучшились мои все и анализы. Сейчас не ставят уже цирроз. Продолжаю на диете сидеть. Я очень довольна, что вот эта газета нам попала в руки, и что это лечение мне так помогло. Благодарна Гагику Саркисовичу за то, что он просто сотворил это чудо для людей. Это как спасение для нас. Большое ему спасибо.